зубы такие. Какая жесть. Скотина. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы играем сейчас в третьих Слэнди Пузиков в мультиплеер, потому что тут хэллоуиновское обновление, которое я так и не посмотрел пока. Это, сами понимаете, не дело. Бенди я хэллоуиновские обновления посмотрел, у соседа тоже посмотрел, а у телепузиков не посмотрел. Это же ущемление прав телепузиков, нельзя такого допускать. Поэтому давайте приступаем. Во-первых, надо отметить, что обновление по большей части затронуло вот эту вот вкладку Play Solo. Именно ее мы и будем рассматривать. Смотрите, обновление заключается в следующем. Добавлены новые трассы. Lake, Training Maze, Outskirts, если я не ошибаюсь, Day, хотя я могу в принципе ошибаться, и военная база, Military Base. Вот это 4. Может быть, еще Outskirts Nights, или она была, я уже не помню. Ну, короче, как минимум, вот эти 4 трассы, они совершенно новые. Давайте их тестировать и начнем с озера. Мне чертовски интересно, что за озеро. Сразу говорю, тестировать в этой серии все мы не будем. Максимум 2, я думаю. Максимум 2 протестируем, не больше. Так, карточный размер большой. От 4 до 6 игроков. Собрать 10 минут. И кустард за маунт мы можем выставлять 25. 25 кустардов можно выставить. Ну, давайте выставим 15, например. И времени дадим минут 12, допустим. Собери все 15 кустардов, смотрите. Что-то я вообще вам должен сказать. Ни хрена особо не видно. Ну да, только вот так вот можно что-то увидеть, если ты, получается, надеваешь эти очки ночного видения, эту камеру вот аутластовского типа. Ну, в принципе, оно и логично, как бы. Хэллоуин, ребята, Хэллоуин — это время достаточно мрачное, жестокое, согласитесь. То есть всякие монстры ходят и выпрашивают конфеты у взрослых. Где-то в Америке у нас вроде так не принято. Хотя, черт его знает, может, и у нас кто-то этим занимается. Не знаю. Я знаю то, что время это достаточно, скажем так, жуткое. Хэллоуин все-таки, черт возьми, это жуткий праздник. Поэтому неудивительно, что такая мрачная карта. Посмотрите. О! Я вижу кустардик. Я вижу еще... О, ребят, кустардики. Кустардик за кустардиком. Зашибись. 14 осталось. Хорошо. Сейчас уже 13 останется. Вот, в принципе, я так понимаю, вот эта вот дорожка такая, да, из кустардиков. Можно просто бежать вот так вот. О, гляньте, их видно отовсюду. Вот в чем плюс этой трассы. Мне, кстати, интересно, она вроде ж не фигурирует в обычной игре в компании Slendy Tubies. И кто-то тут охотится за мной или нет? Это мне тоже интересно, потому что я пока никого не наблюдаю, и мне как-то даже слишком спокойно, знаете, даже не чувствуется дух Хэллоуина. Давайте, пусть какая-нибудь срака как заорет из-за угла где-нибудь, я не знаю, какая-то страшная телепузиковская срака прям. Да! Вот так вот, как они это делают. Я бы на это посмотрел с удовольствием. Так, где ты? Где ты, враг? Где ты, мой стрёмный телепузиковский враг? Не, я вам должен сказать, что я вообще никого не вижу. И пока что дух Хэллоуина не ощущается, потому что все очень спокойно. Все очень спокойно. Как будто жуткие звуки какие-то пошли. Вот именно здесь. Вы послушайте это. Вы послушайте эту жесть. Вот это уже. Вот это, слушайте, мрачная карта. Реально, очень мрачная карта, какое-то озеро такое, знаете. Мне вот так вот фантазия разыгрывается, и мне так и кажется, что в этом озере, блин, захоронено там 15 тысяч человек, они где-то там плавают, серьезно. Я вот не знаю, я вот бегаю, смотрю на все это, и мне прям вообще не радостно особо, честно говоря. Слушайте, ну я вам скажу, карта-то дохренище здоровая, надо отметить, просто пипец какой-то. Ее так можно оббегать 1000 лет, я наверное, буду уже не то что седой, я буду лысый, у меня уже все волосы повыпадают, а те же останутся несколько, они посидеют, да, несколько волосков. Я буду как седой Гомер Симпсон сидеть и играть в это. О боже, неужто явление кустарда наконец-то предстало очам моим? Да господи ты боже мой, наконец-то, осталось 10 штук. Вот, по-старому считайте, что я только начал игру, потому что их, в принципе, по умолчанию всегда было 10. Я не знаю, я не уверен, что мы их все найдем, ребят, ну потому что это какая-то дичь просто. Тут огромная карта, в принципе, раньше я хотя бы за Тинки-Винки бегал, он показывал мне, где кустарт находится. Кто видел прошлые серии, тот понимает прекрасно. А тут как бы, вот так вот тут как бы, понимаете? Никого нет абсолютно, тут один бегаешь, собираешь. Я не понимаю, они добавили карту, но они забыли добавить на нее злого телепузика, или что, или... Да или хотя бы, можно даже несколько злобных телепузиков. Это лучше, чем вообще ничего. Реально. Где телепузики? Телепузики! Телепузики! О, гляньте, светится кустарт.
Хотел призвать телепузика, но заметил кустарт. И то неплохо. Хорошо, давайте его соберем. Где он тут? Опа! Да неужели? А! Черт! А ну-ка, тихо. Смотрите, как он внимательно высматривает. А он меня увидит? Нет? Телепузик, ты меня увидишь? Так, так, хорошо. Давайте-ка за ним пронаблюдаем. Давайте. Это передача Николая Дроздова в мире телепузиков. Обратите внимание на этого потрясающе ощетинившегося самца, готового к битве, а затем к спариванию с отобранной у самца самкой. Он думает, что человек, за которым он гонится, точнее, я, наверное, за телепузика играю, да? Телепузик, за которым он гонится, оспаривает его право на спаривание с самкой, понимаете? Оспаривает на спаривание. Такой вот тавтологический высказывание. Такое вот тавтологическое высказывание, слющий. Он не знает, что на самом деле этому телепузику вообще до сраки все самки телепузиков. Он просто хочет пожрать. Где? Где? Где он? Я не понял, я его не вижу. Я только слышу вот это. Слушайте, жуть какая, а? Ты посмотри, какое говно. Давайте, наверное, бежать по воде. По воде, как Иисус. Иисуса телепузиковского трогать нельзя, он пророк. Пожалуйста, не обижай меня. Тебя за это никто не полю. Он прямо там зубы такие. Какая жесть. Скотина. Так, надо бежать. О, смотрите. Смотрите, у страха глаза велики. Да еще и плюс ко всему неплохо видит. Мы нашли кустарт, это хорошо. Слушайте, это говно. Я так и не понял, кто конкретно это был. Да нет! Тупик! Какой нахрен? А где он? А-а-а! Вот он, вот он, вот он! Вот он, гандон! Все, меня поймали, ребята. Так, ну окей, хорошо, я понял. Нам нет смысла обязательно это проходить, мы смотрим, да? Давайте посмотрим военную базу. Я на этот раз поставил 10 кустардов. 10 кустардов, и не помню уже сколько там... Что за... А, загружается. Так, вот она. Военная база, ребята. Военная телепузик... О, сразу как, смотрите, круто получилось. Военная телепузиковская, мать ее, база. Зашибись. Так, хорошо. Хорошо, бегаем. Бегаем, осматриваем. Кто... Шо это? А-а-а, это тот, с кем мы сражались. Да-да-да. Куда ты? Нет, чувак, ты не пролезешь, там дверка сильно маленькая. Я понял. Хороший враг, хорошего врага придумали, нормально, ничего не скажешь. Так, окей, ну ладно, а мы тем временем, значит, собираем кустардики наши. Собираем наши кустардики и будем надеяться, что мы не попадемся на это говно. Он единственный враг здесь, вот этот вот гигантский механический гандон. Или не единственный, может еще есть, кто его знает. Но на самом деле, мне бы его одного хватило вполне. Хотя, вот еще бензопилу сюда надо. Я ж знаю, что я могу с бензопилой его победить. Я уже это делал. Я это делал в рамках кампании. Дайте мне сейчас бензопилу, и вообще ничего не останется от вашего... Что за... Как это все резко-то происходит? В полной тишине такие лязги, визги, блин. Писки, трески. Не-не-не, мы сейчас еще раз будем пробовать. Это не дело вообще, вы же сами понимаете, где там. Милитари Баси. Баси, ща Баси будет тебе по полной программе. Баси во все щели просто тебе загонит. Так, collect all 10 stars. Давайте разворачиваемся, что-то... О! Смотрите, нашел. Так, и очень внимательно прислушиваемся. Если мы слышим, как что-то пилит рядом с нами. Знаете, такой звук пилы. Ну, как будто бы самая пилящая жена пилит самого тюфикового мужа. Да, то вот этот звук мы слышим, и все, и мы, получается, убегаем. Убегаем резко, нахрен, куда подальше, как можно просто. И желательно при этом кричать, что я сейчас возьму ведро воды, вылью на тебя, и ты говно такое, заржавеешь к херам собачьим. Вот так вот кричать, вот, наверное, чтобы эта сволочь испугалась. Но я не знаю, на какую кнопку здесь идет реплика нашим телепузикам. Я вылью на тебя ведро, и ты заржавеешь! Нету тут такой кнопки, поэтому будем просто убегать. Слушайте, а мы вообще убежим, он же довольно быстрый. Довольно быстрый тип-то, на самом деле. Давайте наверх. Наверх! Наверх! Быстрей! О! Вот он на лестницу не залез! Он, наверное, просто встал под лестницу и начал там пилить, да, пилить. И пропилил, не знаю, все несчастные яйца телепузику нашему. Козел. Так, давайте еще раз милитари бейс. Еще раз военная база, да, слушайте.
Не, я не собираюсь это прям проходить, знаете, прям собирать все 10 кустардов во что бы то ни стало. Но я хочу собрать хотя бы чуть-чуть кустардов, то мне вообще ничего не удается собрать. Меня он так-то сразу практически выбивает из седла, если можно так выразиться. Это ж не дело совершенно. Товарищ, как его зовут, кстати? Железный телепузик? Да вряд ли. Как-то по-другому, наверное. Так, вот здесь вот где-то я видел, да. О, пожалуйста, мне промелькнуло так, знаете, краем глаза заметил. Так, смотрит. Ага, во, хорошо. Может, надо не бегать? Может, надо ходить? Не, ну так будешь ходить, он тебя быстрее порвет на части. Надо бегать с другой-то стороны. Я не знаю. Давайте пока мы его не нашли, давайте ходить. А потом, в случае чего, сразу бегать. Мы сейчас будем по-тихому, очень аккуратно, потихонечку воровать всю жратву у робота, который, в принципе, ничего не ест. Поэтому не совсем понятно, где тут конфликт. Где тут, что тебе мешает, робот? Ну да, я заберу кустартиков, пожру, да и все. Ну, что тебе надо от меня? Так, тихо, в сторону. Ага, никого, нигде, никак. О, вот еще кустарник, пожалуйста. Так, слушаем. По-моему, вот здесь вот я его видел в самый первый раз. Вот в этом месте, да? То есть тут, теоретически тут опасно. Теоретически тут опасно, а практически, ну, как бы поглядим. Поглядим, как оно пойдет. Так, я его пока вообще не застал. Я обращаю внимание, мне чертовски везет. Вот на данном этапе, ну, чертовски прям везет. А, да, и при том, что я человек, в принципе, не суеверный, я сейчас плюнул через левое плечо, потому что в такой-то ситуации, знаете, станешь суеверным поневоле, когда железная гигантская елдовина тут ходит и угрожает смертью. А-а-а! Где-то здесь! Он где-то здесь! Он где-то здесь! Гандон где-то здесь находится! Вот этот звук, слушайте, он мне будет реально сниться в кошмарных снах. Слушайте, а как же я от него сбегу? Ну тут вы видите, какая она, в принципе-то, небольшая по размерам особо эта база. Она не то... Кажется, сбежал. Ха, нормально! Я сбежал! Я от него сбежал! Давайте на лестницу теперь лезть. Вот я уж думаю, что там-то уже будет попроще как-то. Все, я на лестнице, так, потихоньку. Слушайте, может, еще и пройдем, черт его знает. А на крышу можно? Так. Оба! Да! Можно на крышу! Все время, ребят, я на крыше. Ладно, давайте вот сюда. Оба! Есть, хорошо, запрыгнул, четко. Теперь сюда. Ну и зачем? А что здесь? А что, блин, здесь? А здесь вот так вот, да? Ну-ка. Вот, блин! Вот твою мать! А если бы я сюда залетел, то что бы меня ждало? Ничего! Так что не расстраиваемся понапрасну. Ладно, окей, давайте пока мы еще с вами играем, давайте еще мы попробуем. Попробуем найти оставшиеся кустардики. Вдруг что получится. А может и нет, может быть и нет. Если не получится, то я уже не буду упорствовать особо, потому что, сами понимаете, тут, честно говоря, и без этого ублюдочного монстра найти эти кустарды не факт, что получится. Потому что база достаточно обширная, их всего 10, и один где-то они в какой-то жопе заныкают, и бегай, это очко везде ищи, блин, понимаете? В течение нескольких часов. Оно мне надо, оно мне не надо, правильно? Мне денег за это не заплатят. Вот я понимаю, если бы я собрал здесь 10 кустардов, и мне бы на вебмане пришло бы там, сколько кустардов, столько тысяч долларов. Вот это я постарался тогда, конечно. А так-то что, что задротить понапрасну? Но я все равно попробую. Я попробую прожить как можно... Вот здесь я не был. Вот этого я не видел. Вот этой вот, этой срани вот. Вот этой вот. Натянутой. Точно не видел. Так, это все что-то новенькое. О, я его увидел. Все. Тайна раскрыта. Вот где эта сволочь ходит. А мы побежим в обратном направлении в таком случае, да? Это будет точно безопасно. Если он там, значит, он явно не тут. Это логично. Плюс ко всему, в принципе... Во! Видите, тут, в принципе, как раз кустардик. Осталось 4 штуки, ребята. Осталось 4 сраных штуки. Где эти 4 сраных штуки? Я не понимаю просто, ну это дичь какая. Чего их так сложно найти? Вот сюда может пробежать. Да, они могут быть где-то тут в углу, например, кстати. Почему бы нет? Давайте смотреть. О, пожалуйста! Так, осталось 3 штуки. О, как я близок, слушайте, вот. Вот сейчас уже-то и хочется победить на самом деле. Уже и хочется выиграть. Хочется уже... Так, тихонько. Вот сюда. Вот сюда аккуратно проходим. Вот здесь я не был, мне кажется. Хотя, может, мне кажется. Мне сложно судить, ребят. Мне сложно судить, где я тут был, а где я тут не был. Так. Тихо. Ни хрена себе! Так. Я даже не знаю... А-а-а! Два кустарда! Не трогай меня, ублюдок! 2 кустарда осталось! Ты чё издеваешься? Не смей меня сейчас убивать! Один! Я за твой кустард нашел. Он меня куда-то привел к кустарду прям.
Давай еще раз кустарду приведи. Я хочу еще один кустарт увидеть, серьезно. Кустарт. Так, вот здесь, в трубе. В трубе хочу кустарт, это было бы вообще круто. Нету в трубе кустарда. Как назло. Так, и здесь нигде нету. Слушайте, ребята, один кустарт остался. Ну, блин, проиграть сейчас будет очень обидно. Нельзя попадаться этой сволочи в лапы. Просто серьезно, не сейчас. Уж когда, но точно... Да! Нет! Нет! Пожалуйста, нет! Ай, тупик! Нет, тупик, это тупик! Как-то я... Какой я молодец, вы видели, а? Вы видели, как я его надул? Ну да, кто кроме Декарта так сможет, а? Охренеть, боже! Когда он на меня выскочил, я думал, у меня будет сердечный приступ. Это так резко неожиданно происходит. Почему это так резко? Блин, я не понимаю. Блин, авторы этой игры, по-моему, хотят угробить всех с помощью сердечного приступа. Это их цель такая, да? Они потом ставят, сколько человек мы убили сегодня. И галочки такие в списке, да, огромные. У них список всех жителей Земли. И они ставят сраные галочки. Давай на лестницу вот сюда. Вот сюда на лестницу. Здесь более-менее безопасно. Я уж на это очень надеюсь. Смотрите-ка. Оп. А, загрузка. Какая загрузка? Время кончилось! Сраное время кончилось! Последний кустарт! Мы так и с тобой, мой дружок, не скушали последний кустарт. Прости меня, но я надеюсь, что тебе 9-то хватит, а? Порося ты моя мелкая, блин. 9 кустардов, ему мало. Тебе так уже, посмотри. Посмотри на свою жопень. Куда уже жрать? Ну ладно, окей, давайте заканчивать. Не собрали мы последний кустард, но вы сами видели, я пытался, я сделал все, что мог. На этом прощаюсь. Если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, жмите поделиться. Рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.